Дорогие друзья, очень рада видеть вас на моем кулинарном канале. По вашим просьбам, сегодня приготовим запеченные в духовке мясные сочные отбивные. Отбивные рулетики в панировке без яичного кляра. Блюдо совсем несложное в приготовлении. Максимум вкусной пользы. Приготовление таких отбивных не требует каких-либо особенных кулинарных навыков. Рецепт беспроигрышный. Получается всегда сочно и очень вкусно. Максимум пользы. Вам обязательно понравится. Для приготовления отбивных нам понадобится небольшая свежая свиная вырезка. Обязательно мясную вырезку покупайте у надежных, проверенных продавцов. Так будет безопаснее и в разы вкуснее. Для панировки нам понадобится небольшое количество панировочных сухарей. Из специй буду использовать свежемолотый душистый перец, итальянские травы и обязательно соль по вкусу. Специи можно добавить любые, ваши любимые. Панировочные сухари можно использовать как купленные в готовом виде или домашнего собственного приготовления. Подготовим свиную вырезку. Чистую вырезку нарезаем не слишком тонко, толщиной примерно в 1 см, не тоньше. Мясо будем отбивать молоточком. При этом оно должно остаться в приготовленном виде сочным. Соль и все специи смешиваем. Каждый отбитый кусочек мясной вырезки смазываем специями, чтобы отбивные были ароматными и вкусными. После чего мясные заготовки обваливаем со всех сторон, щедро в панировке из сухарей. Каждую отбивную скручиваем плотно в рулетик. Проделываем также со всеми мясными заготовками. Форму, в которой будем запекать мясо, плотно выкладываем друг возле друга все мясные отбивные рулетики заготовки. Благодаря скручиванию отбивных в рулетики мясо в итоге получается вдвойне сочным. Рулетики накрываем пищевой фольгой, после чего отправляем в разогретую духовку до 180 градусов, до полного приготовления и румяной корочки. Рецепт отбивных действительно простой, очень вкусный. Рецепт стоит внимания. Особенно рецепт понравится тем, кто очень любит свою фигуру. Если вам понравился видеорецепт, ставьте пальчики вверх. Оставляйте свои комментарии. Приятного аппетита! Спасибо всем за просмотр видеорецепта. До новых встреч!